дорогие друзья и просто зрители нашего канала. Сегодня к нам пришла печальная новость, о которой мы не можем с вами не поделиться. Наш источник из шоу-бизнеса сообщает, что сегодня в городе Москва должна была пройти большая выставка, показ мод Вячеслава Михайловича Зайцева. Но выставку отменили. Никто так и не смог нам объяснить всю суть причину, пока мы не вмешались в это. Мы не могли дозвониться Вячеславу Михайловичу Зайцеву, так как его мобильный телефон был отключен. Его родственники также отказались комментировать данную ситуацию. Только его помощник нам пролил свет и рассказал, что выставка отменилась на какой срок, пока неизвестно, так как сегодня ночью Вячеслав Зайцев был в срочном порядке госпитализирован в одну из клиник города Москвы. Помощник сообщает, что у него прихватило сердце, и ему стало очень плохо. Больше он ничего нам не рассказал и отказался в дальнейшем комментировать эту ситуацию. Друзья, давайте поддержим Вячеслава Михайловича, пожелаем ему скорейшего выздоровления. Подпишемся на наш канал, нажмем на колокольчик, чтобы не пропускать свежие выпуски. А в свежем выпуске мы постараемся вам более подробнее рассказать, что же все-таки случилось с Вячеславом Зайцевым. До скорых встреч, друзья, в наших с вами новых видео.